44-летняя Анджелина Джоли, Анджелина Джоли, и 56-летний Брэд Питт, Брэд Питт, продолжают вести совместный бизнес. Экс-супруги готовятся к выпуску нового алкогольного напитка. Красивый роман оказался скоротечным, звезды прошли через тяжелый развод спустя 2 года жизни в браке. Однако, несмотря на скандалы, Джоли и Питт не отказались от работы над одним общим проектом. В 2008 году пара приобрела винодельню в Шатом-Вейровал на юге Франции. Это предприятие стало камнем преткновения во время бракоразводного процесса Джоли и Питта. Анджелина хотела, чтобы винодельня полностью перешла в ее распоряжение, а Брэд препятствовал этому, считая, что и так был достаточно щедр во время раздела имущества. В итоге актеры сошлись на том, что сохранят поместье Вейровал ради детей как часть семейных инвестиций. Коллекция лейбла уже включает в себя отмеченный наградами винный напиток Вейровал Coats de Provence Rose. Бренд также проанонсировал выход нового розового шампанского. Новинка поступит в продажу уже через несколько месяцев, сообщает Us Weekly. «Мы постараемся максимально повысить качество продукта в сфере шампанских вин», отметил Марк Перин, один из бизнес-партнеров Джоли и Питта. Брэд Питт не только сохранил деловые отношения с Джоли, но и не утратил теплых чувств к Дженнифер Энистон. Вчера звезды взволновали поклонников нежными объятиями на премии гильдии киноактеров США. Эксперт по языку тела объяснила, что Брэд с помощью интимных жестов пытался соблазнить бывшую возлюбленную. Дженнифер также подразнила поклонников, предположивших скорое воссоединение пары. Актриса намекнула на бурную ночь с Питтом после афтер-парти.